Поэтому главным творцом победы в 96-м году был сам Ельцин. Это вот я просто хочу отдельно подчеркнуть. Да, и в том числе те люди, которых он выбрал. Да? Это обычно говорят, свита делает короля, но при этом почему-то забывают, что свиту-то король выбирает. Да? Это его воля, ту или иную свиту иметь. Вот Ельцин выбрал такую свиту. Да? И, конечно, я считаю, что было очень много талантливых людей. На том этапе я уже о них говорил, называл их фамилии. И вместе с ними еще раз хочу подчеркнуть, на демократических выборах победил Зюганова. Да, с массой оговорок, насколько они были демократические, но самое главное, что против чего не можешь возражать никто, что не танки решали вопрос о том, кто станет президентом, не прокурорские запросы, да, и не убийства политические, а все-таки это была борьба идей, борьба двух различных совершенно противоположных точек зрения, и эта борьба на самом деле абсолютно открыто обсуждалась обществом.